Всем доброго времени суток, меня зовут Руслан, и в этом видео я хотел бы поделиться с вами нашим путешествием в горы. Но для начала я немного расскажу о маршруте, который нам предстояло пройти. Отправной точкой для нас послужила станица Отрадная, из которой на автобусе мы должны доехать до хутора Пенькозавод. Ну а там уже и начнется наше путешествие. Ну а сейчас я бы хотел быстренько представить всех своих друзей, с которыми я отправился в поход, и оставить ссылочку на их Instagram. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Вот таким сквадом мы и отправились покорять горы. Выдвинулись мы довольно рано, чтобы успеть на первый автобус в 6 утра. К слову, никто из пацанов даже не проспал. Вот мы и пришли на автостанцию. На автостанцию мы пришли довольно рано, поэтому нам оставалось только ждать автобус. Короче, сидите, сидите и вот так смотрите просто вот так в пустоту вот туда нахуй. Вот он наш. Родной. 6.00. Там чел паник. Все, нахуй, поехали. Хорошо. Кого? Наверное, можно. Опа. Слышите, угон происходит, угон. Че, зад? Так как мы все живем довольно далеко друг от друга, то наша команда собиралась по пути. Здесь Анатолий решил сказать пару слов на камеру, но, к сожалению, закрыл микрофон пальцем. Всем привет. Я доехал до отрада, на отраде такси. Все отлично, с качеством. Рекомендую 5 из 5 звезд. Мы едем сейчас на Пенькозавод. Потом пойдем пешком на гору. Надеюсь, не заблудимся. Всем до встречи. Ну вот мы и добрались до хутора Пенькозавод, где мы должны дождаться еще одного бойца. Ну, а дальше будем выдвигаться в поход. Блогеры приехали, блогеры. Блогеры. Ладно, пойдем. Отправная точка достигнута, хутор Пенькозавод. Всем привет. Мы не вернемся, мы покатимся обратно. 1:41 можно у меня записи, всем пока. Пока к нам ехал Игорь, мы решили немного посидеть у моего деда, который живет на этом хуторе.
Всем здорово. А вообще можно перекусить. Утренний перекус. Достал? Мало. Сейчас промпы. Вот он! Вот он! Русик самый. Эти кэпы. Едим шишку. Чтобы приготовить шишку, надо ее засунуть в кружку. Засовываем шишку в кружку. Чуть-чуть квасика. А теперь едим. Съели шишку. Пошел ты нахуй! Далее мы встретили Игоря и отправились в путь. Туда. Все, пока, я тоже острый. Все, пока, давай. Все, ты домой? Да. Вот мы уже покидаем цивилизацию. Покидаем. Заходим в лес. Котелески. В лес! Лес! Так, ребят, скоро подходим уже к вышке. Выходим на поле. Выходим из леса. Да. Вон вышка. Вон. А на вышке что, можно увидеть? С вышки. Бреть и подмышки, пацаны. Вы еще матерям нужны. Доля воровская, как и людская. Пидорас, блядь. Поход вроде идем, блядь. Первые травмы. У человека кровь идет. Кстати, из этой хуйни можно. Вот еще одна травма, борода не растет. А, пиздец. Да, не трогай за живое. Бебры все в адидасах, ебаные, блять. Бебры все в адидасах, будем их ебать. Эй, бебры все в адидасах, ебаные, блять. Бебры все в адидасах, будем их ебать. Я ори, блять. Там что? Вот мы уже и приближаемся к вышке. В общем, путь до нее у нас занял около 2.5 часов.
За пройденный путь мы успели знатно проголодаться, поэтому на вышке мы решили устроить привал. С мяском. Вышка позади. Теперь перед нами финальный этап – дойти до Лысой горы, что в теории должно занять у нас около 4 часов. Коко Джек. Человек. Ну такой у меня был живот до того, как я сел на диету. Но сейчас я хожу каждый день под 100 тысяч шагов, и у меня живот. Именно в таком среднем темпе мы и шли весь путь, иногда устраивая короткие привалы. Ощущения? Твои ощущения от пройденного пути? Да там, за поворотом хуйня целая зародника. Да. Сейчас дойдем. Твои ощущения от пути? Да пойдем, нормально. Ощущения от пройденного пути? Вкусно. Ощущения от пройденного пути? Все круто. Ощущение от пройденного пути. Это сексабельно. Вот нам до Лысой осталось, ну, минуты 3, блядь, пиздавать. Ну, за поворотом она там уже будет. Вообще. Фу, ребят, ну вот начинается. И самая жесть. Вышли на поле. Так как до дороги нам там идти очень долго, переходим сразу по полю. Every time I catch the rainbow, I deserve a gamble. Every time I reach a gamble, we just take off our clothes. Every night I try to forget it, but I can't no more. I feel like I just as this guy. Че, побежите, да? С рюкзаками, да? Ребята, я в шоке, дурачье бежит. Решили на резкий подъем, бегом забраться. Прикинь, Артур еще портфель порвется. Блять. Это они орут там. Медведи. Мне похуй. Мне похуй. Ну чё, парни? Ну вот мы и пришли на Поклонный крест, откуда нам открылся просто невероятный вид. Лысая была примерно в 40 минутах ходьбы, но мы не торопились на нее подниматься, потому что у нас уже почти кончилась вода. Поэтому мы решили спуститься вниз по склону, где должен быть родник. Ну долбоёб! Да, ебланы! Кузнечки. Че хуя кто-то ногу сломает? Блин, понесём, блядь. В закат нам. Кто первый, тому воды дам! Моя вода! Хорош! Воды не дадим. Сука! Это была наёбка. Короче, ребят, мы спустились вниз. Довольно крутой спуск был, ну вот примерно вот такой. Спустились вниз, вышли на дорогу и нашли все-таки родник. Только это родник этот похож, если честно, на какое-то болото. Вода, если так посмотреть, она здесь чистая сама по себе, но когда ее набираешь,
получается немного муть. Короче, нормально ее набрать вообще не вариант, только если искать какие-то водопадики и набирать. А пацаны там мутят какую-то скважину, они туда чуть выше поднялись, сейчас я покажу, и хотят прям воду, ну, сделать типа русло какое-то, чуть побольше, расширить его и оттуда воду добыть. Блядь, сними это. Кстати, да. Ну да, да. Ну пойдет, пойдет. Это лучше, чем там. Я там набирал, тоже вроде чистое, но там мутнее было. Пить можно? Не, пить, конечно, можно. Андрей, попробуй. Может, она просто запотела? Ощущения? Голову кружит. Голову кружит? Ну, еще падает тулик. Ну вот мы и набрали воду и отправились на Лысую. Сейчас я... Ебани камеру. Тихо. Прикольно. Ебать, ты ее понес, прям она бахует. Ну вот мы и поднялись на Лысую, высота которой 1 километр. Ребят, тут... Ебать его все. Сейчас я маме кружочек пришу. Вот и Лысая. Бля, хоть ветерок, да? Все, ребятки, Лысая! У-ху! Даже портфель не снимаю. На Лысой мы устроили второй большой привал, перекусили и прилегли отдохнуть. Ебать, у тебя, блядь, нагрелся. Вот это контент. И потом прыгай тут. Вот это контент. Ice bottle challenge. Снимай тоже, я вижу. Пизда, дурак. На воду не брать, ебаный. Хотел ты не трать, пусть этот ладочек. Ой, бля, какой. Комментарии. Бля, попробуй. Скажите, это должен каждый попробовать. Не, не. Ой, бля! Ой, бля! Ой, бля! Ой, бля! Ой, бля! Ебан! Симулян! Ебан! Отжимание! Не, нихуя. Ради таких моментов и стоит жить. Просто молодец! Да пиздануться можно! Куда нахуй? Ебаться! В крендель, блядь! Ой, блядь! Теперь чижика ищи, блядь, неделю. Все замерзло, нахуй. Далее мы спустились в передовую, поели мороженого и ели как успели на автобус. И фигачим на автобус, который... Через сколько? Через 8. Через 8 минут. Ну вот и подошло к концу наше путешествие. В заключение я хотел бы выразить благодарность всем ребятам, кто принимал участие в данном походе. Впереди еще целое лето и море приключений. Ну а если вы хотите следить за нашими похождениями и дальше, то подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Всем удачи, всем пока. Every time I got the rainbow, I deserve a gospel. Every time I'm rich again, we just take off our clothes. Every night I try to forget it, but I can't no more. I feel like I just as this guy. Накопили вроде бы, но скисли. Там она весла злой, причудливая дума. Негодяйка путала мысли. Том накатали за любовь актрисы. Мне говорят, стерегут подпицы свои досуги, но ступки обманывают. Ущипни меня быстро. Иное время несет меня вдаль. Моя подруга забыла печали. На курс перепугу мы ставили все и пройти. Вали этот злой календарь.
Ковырял судьбу, рисковал, попивал, да покуривал, и мир и не знал, убивая себя, я благами разура, я дарил этот кач головам, надеюсь, омнусь, напуганусь, а тут ты не плашая, иначе мука, маха вернется, тебе дорога, кому-то мало, кому-то много, сердобольные недотруги меня ласкали, да без упреков и безупречными мне казались, зубы топер, я